Трудовые ресурсы нашей страны пополнились квалифицированными специалистами. В Ивангородском филиале Государственного университета аэрокосмического приборостроения состоялся очередной выпуск и вручение дипломов. Все стало так, как вы хотели. И вот настал желанный час. Наряды выпускные вы надели, цветы и музыка для вас. Звучат поздравления от людей, которые постоянно были рядом с выпускниками в течение всего времени обучения. Вы первые звездочки вот в этом 1913 году. Я от имени администрации, от всего нашего коллектива педагогического, преподавательского, правильно сказать, поздравляю вас с окончанием вашего трудного пути и продолжением и началом новой жизни. Приятно приветствовать вас сегодня с таким тоже приятным событием, как окончание университета. Я вам желаю, чтобы ваш жизненный путь был и звездным, и в меру с трудностями. Чтобы эти трудности были преодолимы, потому что без трудностей жизнь скучная и однообразна. Добрые слова и пожелания от преподавателей чередуются с музыкальными номерами теперь уже бывших коллег-студентов. Особенно тепло выпускники приняли поздравления группы молодых людей из Туркмении, которые обучаются в Ивангородском филиале. Кульминация сегодняшнего торжественного мероприятия – вручение дипломов молодым специалистам. Бондаренко Александра Игоревна. О своих первых впечатлениях сразу после получения диплома поделились вчерашние студенты. И наконец-то можно сделать и сказать, что в принципе все закончилось, все самое сложное позади. Нет, на самом деле госы – это все страх перед. Когда после уже все сдашь, конечно, сейчас уже кажется, что это довольно-таки все легко и все. А перед этим ожидание – вот это самое страшное, естественно. Госы, диплом, защита диплома, в конце концов. Конечно, меня ждут дома. Накрыт стол, и мы идем гулять, отмечать, в конце концов, мой диплом. Как обычно, ответное слово от выпускников с благодарностью и как непременный атрибут праздника – воздушные шарики в небо. Так закончилось это мероприятие. А впереди у дипломированных специалистов труд на благо своей страны. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, Ивангородская студия телеканала «Ореол».